просто вам сниму солнечный такой холодный день. Вот я еду домой, только с другой стороны. Просто хочу вам показать, как вот устроены, опять-таки, просто наша местность. Это соседний городочек, вот между двумя, которыми мы живем. А это просто один из них. Сейчас посмотрите. Все очень-очень просто. Этих детей, одного щенка за 1400 продает. Когда он мне написал смс-ку, что они стоят 1400, я хотела написать, мне не надо всех, я просто хотела цену одного узнать, хотя это он мне написал, что у него щенки и все. Я думаю, какой ужас. Ну, это неправильно, что, конечно, они на животных так не зарабатывают. А в каких условиях эта собака живет? Это просто вот где машины масло меняют, чинят машины. И вот так она между машинами бедная, замызганная вся. Она размером как, ой, я даже не знаю, наверное, как йоркширский терьер. Малюсенькая, черненькая, типа как баллонка непонятная, что-то. Прям вот маленькая-маленькая, я не знаю, наверное, килограмма два. Я говорю, они вот, наверное, между машинами бегают, там кто-то подъезжает, уезжает, они там что-то чинят. Вот в этом ужасе этот ребенок живет. Кошмар, короче. К сожалению, не всегда можно что-то изменить. Иногда думаешь, лучше бы я не знала. Вот. А я до сих пор простывшая, тоже никак не проходит у меня. Уже, наверное, хронически. Вот уже заезжаем на эту сторону, где уже, я не знаю, может быть, вам будут уже знакомы вот эти места. Вот. Просто тоже чисто дорога. Некоторые, конечно, очень красиво следят за своими домиками. Там и траву стригут, и вокруг дома очень аккуратно. А у некоторых просто мама дорогая. Сейчас увидите, вот здесь будет это место. Не знаю, постараюсь медленнее проехать. А что это у меня машина тормозит? Нифига себе. А, это я не жму на газ. В общем, сейчас увидите здесь, как у людей живут животные. Постараюсь в этом месте медленно проехать, вроде со мной никого нету. Вот они считают это вообще нормально. Когда они выходят на дорогу, вот сегодня, кстати, где-то точно уже не спит. В другом месте. Вот, пожалуйста. Сейчас я проверю. Вот просто. Не знаю, что попадет в кадр, нет? Вот. Вот так.
Ой, уже 5 минут. Не знаю, наверное, теперь загружаться долго будет. В общем, я вам сняла видео. Посмотрите просто так. Я на самом деле дома-то нет времени снимать что-то. Все время что-то надо делать. Так, когда куда-то еду, либо поговорить, могу либо видео снять. Вот, не знаю, не особо интересно, но хотя бы что-то посмотрите. Все, всем пока!